Здравствуйте, с вами Магазинбаза Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании Prime X, серия Z, на цоколь H3, температура свечения 5000 кельвинов. Поставляется комплект на такой белой прочной упаковке. Внутри у нас находится инструкция по установке, также гарантийный талон. Две светодиодные лампы, полностью металлические. Лампы идут, мощность ламп 28 Вт. Система охлаждения в данных лампах две. Пассивная, это радиатор, и активная, встроенный кулер. Подключаются данные лампы на питание как 12, так и 24 Вольта. На проводе подключения имеется небольшой драйвер, полностью металлический, герметично заклеен, пылевлагозащищен. На каждой лампе используется по 6 светодиодов. Светодиоды Philips ZES, как заявляет производитель. Вот мощность, напомню, 28 Вт. Вторая лампа абсолютно идентичная. Все абсолютно то же самое. Вот сейчас мы одну из ламп подключим на питание 12 Вольт и визуально посмотрим, как же будут отсвечивать данные лампы. Подключаем питание 12 Вольт. Лампа у нас загорается. Видно, насколько ярко она отсвечивает. Кулер работает вообще не слышно его. Цветовая температура заявлена 5000 кельвинов, то есть чисто белый цветовой поток, как мы видим. Очень ярко отсвечивает лампа, поэтому после установки данных ламп нужно будет правильно выставить светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. При покупке на комплект данных ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.